Привет, дорогие ведущие, с вами о чем? Сегодня будет довольно необычное видео. То есть я вам покажу кон Майнкрафта Бэт Вась. Ну как, вам интересно? Если да, поставьте свой лайк. Вот мы в игре. Вот так выглядит наше канное меню. Давайте нажмем начать игру. Еще раз нажмем. Красивый киншот загрузки. Вот загрузились. Это гамма. У нас вот такая карта. И опа, я загрузился. И я, похоже, играю за красную команду. Так. Посмотрим, кто тут у нас есть. Это что? А это камень, чтобы менять положение. А это что? А это зимние хабы. А это что? А, это чтобы опаять другим игрокам сообщение. То есть, чтобы понять, то нас атакуют и не. А это что? А, эмоции. Давайте вот эту первую включим. Так. А это что? А, это редактор персонажа. Можно добавить вот такой эффект. Когда будем идти. А, меня только что, похоже, убили. Давайте я перезапущу. И опять все покажу. Это редактор персонажа. Вот я опять загрузился. И посмотрите, это другая карта совсем. Похоже, карты меняются. Эй, почему тут красная карта, а я играю за синюю команду. А, похоже, у меня кто-то не загрузилось. Так, ну давайте посмотрим еще раз на этот редактор персонажа. Эффекты можно добавить. Надеть. Еще можно добавить сапки эти. Ну, посмотрим, как мы станем. То есть мы умеем деревянный шлем. Так, тут получаем монетки. Ну, давайте сыграем. Так, я сюда принесу. Так, это магазин. Тут можно купить оружие, броню, инструменты, блоки и какие-то предметы. Купи, пожалуйста, на чай меч. Потом, думаю, кику. И какие-то, леггинсы купил. С той штаны известные. Так, жду пока. Так, посмотрим. Нагрудник купил. Так, посмотрим. Так, и ботинки. Ну, посмотрим, то тут все могу купить. Купил себе немножко блоков. А это что? Тут можно купить луки. Пожалуй, куплю лук. Так. Оп. Посмотрите, зеленый. Бачите этот крестик над зеленой кровати. Значит, кровать зеленой команды Самарии. Ну. Так, покупаю стрелу. Все, я, можно сказать, уже готов к бою. Так, посмотрим. Это что? А, из имхабы. Ходим. А, это бег, а есть... А, похоже, я могу сейчас упасть. И честно, кого убить там? Так. А это что? Смотрите, я не падаю. Я стою на крышке и не могу вы...
Ай, нет, 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 нет. Меня тут не убьют. Ай-яй-яй. Смотрите, какая шапка у него. Крутой скин. Вот. Ай, сейчас меня прикончут. Фу, не убили. Ай, меня конют сейчас. Ай. Ай. Помогите. Сейчас меня сейчас прикончут. Фу. У меня всего 3 хп. Сейчас меня прикончат. А, нет, замон нету погони. Так. Посчитаем. Давайте посчитаем на приметы. Бомба. И что она может, эта бомба? Какой-то комка с мечом. Давайте посчитаем, что она может. И тут есть печи. Вот сюда, например. Бум. Хе. Красная штука. Правда, дорого стоит. 40 железа. Ну, монет, точнее, из железа. Так, ну-ка еще. Значит, что сгоняем? О, золотые яблоки. Пока не буду. Могут... Малоедка. Башня. И честно, нам дали какой-то бок. И опа, и вырастила башня. Круто. Так, пожалуй, еще себе яблочек купил. И единая бомба. Интересно, что это? Она то будет замораживать как-то. Просто так, почетом. Почетом. Тут зелень можно купить, только похоже, это за измуды. Ножичи. Наверное, ножичами будем быстрее добывать шерсть. Ну-ка. Да, быстро теперь шерсть добывается. То есть ломается. Ну, вы меня поняли. Так. Интересно, сколько я метки напил? Ай. Оп. Да, у меня не острый газ, похоже. О, смотрите, измуд. Так, быстро, а теперь смотрим. Никого тут нету, то бы меня прикончили. Так, он бежит, и я, пожалуй, побегу. Вот сюда. Купить себе побольше стрей. Ай, внимание. Эй, вы заметили, что резко потемнело. А меня убивают. Кто меня все питать убить? Меня убили. Посмотрите, инструменты остаются на месте, но что-то мы раньше купили и исчезло. Ну, купил баню и меч и топор. Ну, пойдем ломать кровати. Оп, оп. Так, идем, может. Так, идем на Золотой остров. Я в таком режиме буду вам показывать бой. То мне так удобнее сажаться.
А меня... Как они меня... И что ты тут мост большой? Фу, чуть меня не пикончили. Оп, так. Да. И че же, какой я уже тут зачары? То можно. Так, надо купить себе яблочек и покушать. Айвен, по нас стирай тушукское огонь. Быстрее стою защиту, чтобы нашу кровать не сломали. Ай, опять. Да сколько? А, зио. Ну вот, нашу кровать самая. Восьмое место. Ну, довольно интересная игра. Вот я только что загрузился на новую карту. И посмотрите на эту карту. Она очень похожа на Рим. Ну, эти колонны, эти крыши. Мне очень похожи... А это здание очень похоже на что-то, что есть в древнем Риме. Ну и хамы разные. Кстати, у меня только что пришла идея. Давайте, если хотите, мой канал будет не только по Майнкрафту, а по разным играм. То есть, ну вы сами хотите как. Напишите в комментариях, хотите это или нет. То есть, я буду снимать не только по Майнкрафту, а по разным играм. Хорошо? Напишите в комментариях, хотите это, либо не хотите. Ну, на это все. Если хотите больше таких роликов, прошу поставить лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну, всем, ну я всем спасаю, всем пока.